Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Наталья. В сегодняшнем видео мы посмотрим с вами свотчи на новую губную помаду. Матовая помада из серии Uncolor, которая представлена вот в этом 14-м каталоге на странице 39. Вот так она выглядит. 10 новых потрясающих оттенков матовой помады серии Uncolor. Я сейчас покажу. Для себя я приобрела вот просто на тестирование две губных помадки из этой серии. Сейчас расскажу, что мне в ней понравилось. И после этого будут свотчи. Свотчи всех этих 10 оттеночков мы с вами посмотрим. Я уже их сделала, но более подробно мы с вами как раз-таки посмотрим. Вот они у меня на руке, видите, даже отпечатались. Но дальше в видео я вам покажу все подробно, близко все эти 10 оттенков. Итак, матовый цвет помады. Яркие, насыщенные оттенки, как я уже вам и сказала, и как заявляет производитель компании Oriflame. Новая форма стержня. Давайте с вами посмотрим. Это действительно так. Когда я ее открыла, мой взгляд, конечно же, сразу упал на то, как сделана сама губная помада. Действительно новый стержень. Вот такой пухлястик стержень. Видите, пухленькая она такая. Интересный стержень. Вот он. Он так и есть, потому что я только один раз его сейчас нанесла на губы. Это у меня цвет, сейчас я вам скажу, нежный лиловый, 39801. Вот он, второй. И на моих губах это нежный лиловый. Мне понравился этот оттенок, а я его себе взяла. Итак, вот он стержень. И второй у меня оттеночек. Видите, это нюд, бежевый нюд, который идет у нас самый первый. Вот он, бежевый нюд. И я его приобрела. Вот такая пухлястенькая помада. Интересный футляр. Матовый финиш, как видите, на губах. Он действительно матовый становится. И интересный футляр. Очень интересный. Мне, правда, понравилась вот эта серия своим дизайном. Здесь у нее логотип. Есть Oriflame, ну, я бы сказала, наверное, даже двойной Oriflame, потому что две буковки О в логотипе. Uncolor, Oriflame. Здесь написано, что это Uncolor идет. Вот такая интересная футляр, интересная помадка. Что могу сказать? Вот этот дизайн мне действительно импонирует больше. Ну, то есть, вот он какой-то, знаете, такой трендовый, интересный, несмотря на то, что помада из бюджетного варианта, из очень, скажу, бюджетного варианта, потому что цена ее 129 рублей в каталоге, по качеству она хорошая, она действительно хорошая, она кремовая. Помада хорошо ложится на губах. То есть при своей такой низкой цене не бойтесь покупать, потому что она действительно достойна быть в нашей косметичке, как своим качеством помады. Она очень мягкая, хорошо ложится. Я и раньше за счет этого, за счет самой текстуры помады, когда она была в серии Color Box, вот у меня, видите, помадка есть, и сейчас Uncolor, она достойна своего как бы качества, но здесь она поменяла дизайн. Но согласитесь, вот даже просто визуально смотреть, мне интереснее вот этот дизайн положить в свою сумочку, в свою косметичку. Здесь вот он какой-то простенький, совсем был простенький в серии Color Box. Ну, вот такой вот механизм у нее был, совсем какой-то такой простенький. И вот он как-то не защелкивался, помада туда так не заходила хорошо, как в этой. То есть и плотный колпачок закрывает, и она выкручивается, и щелкает, возвращается на свое место. Ну, вот я бы даже ее сравнила вот по дизайну с серией
Зеуан, то есть достойный дизайн вот этой губной помадки, мне сейчас очень нравится, нежели когда он был вот в такой вот, ну, совсем простенькой, да, вот 99 рублей она у нас была, совсем простенький такой помадка, ну, как-то вот качество, отменное качество самой помады, но дизайн мне не впечатлял. А здесь, конечно, очень интересная дизайн, помадка такая сделана. Поэтому я ее себе приобрела, я искренне рекомендую всем другим покупать ее, потому что достойная она. Итак, смотрим дальше. Мы с вами сводчи на 10 оттенков вот этой новой матовой губной помады. Итак, друзья, давайте посмотрим сводчи на новую матовую помаду серии Uncolor. А как же они выглядят? 10 оттенков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 насыщенных оттенков, ярких. И давайте же посмотрим, как они будут у нас выглядеть. Вот так вот в тюбике выглядит помадка. И давайте пробежимся по сводчам. Я буду показывать сводчи и сравнивать со сводчем с цветом в каталоге. Начнем мы с вами с нюдового бежевого. Код 39800. Код 39800. Матовая помада серии Uncolor. Итак, 39800. Это нюдовый беж. Следующий идет нежный лиловый. 39801. 39801. Нежный лиловый. Она хорошо наносится. Плотная такая. Достаточно плотная. Это у нас нежный лиловый. 39801. Я называю код продукта уже готовой губной помады. Следующий идет нежный персик 39948. Это у нас нежный персик. Следующий у нас пойдет 39802, розовый коралл. Это розовый коралл. Видите, она хорошо наносится, она такая кремовая, плотненькая. 39802, розовый коралл. А следующий пойдет у нас сводч страстный красный. 39807. Это пойдет страстный красный оттеночек. Вот он, страстный красный. Так он выглядит. Плотный, довольно-таки плотный. Страстный красный. 39807. Следующий пойдет розовая вспышка. 39803. Розовая вспышка. Рядом ее сейчас сделаем сводч. 39803. Это розовая вспышка у нас. Следующий пойдет оранжевый закат. 39947. Видите, номера разные. Не по порядочку идут даже. Сами заметили уже, что они разные. 38, простите, 947 – это оранжевый закат. Видите, какая яркая? Оранжевый закат. 38, 947. Следующий идет нежная неоновая фуксия. 39804 – неоновая фуксия. Вот так вот он в пробнике. Видите, какая она? Действительно, неоновая фуксия. Фуксия, но еще и такой неоновый цвет. Действительно яркий такой. Вот он, неоновая фуксия. 39806 – это красный бордо.
Это у нас идет красный бордо 39806. Красный бордо. Вот он такой. Бордовый. И последний, 10-й оттенок у нас идет спелая слива 39805. 39805 это спелая слива. Сливовый оттеночек. Вот он. Все, все 10 свотчей на новую матовую помаду серии Uncolor. Видите, новинка, матовая помада. Действительно яркие, насыщенные оттенки с матовым финишем. Ну, красота, мне нравится. Новая формула стержня. Написано, разработана для более удобного нанесения. Средняя плотность покрытия, высокая стойкость. И вот они, 10 оттеночков, которые представлены в каталоге. Мы с вами посмотрели. Если вам видео было полезно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, обязательно на колокольчик нажмите. А если у вас нет дисконтной карты, напишите мне. Я вам помогу оформить и будете покупать для себя со скидкой 20%, как в любом другом магазине, где мы с удовольствием берем себе дисконтные карты и покупаем следующие, делаем покупки со скидкой. До новых встреч, до новых полезных обзоров. Пока-пока.